История этих танцев началась еще в Древней Руси. Они могли рассказывать об отношениях между людьми, быть частью игр или имитировать бытовые и трудовые процессы. Главное, чтобы было весело и с задором. Русские танцы отличают особая эмоциональность, широта движений. Они могут быть величественными и в то же время простыми. Глобально русские народные танцы можно поделить на два жанра, каждый из которых имеет множество видов. Хороводы, основанные на древних славянских играх и обрядах. Самый простой вариант исполнения – ходить по кругу, держась за руки. В сложных вариациях танцоры создают фигуры и делают замысловатые переходы. Пляски – это бытовые танцы с характерными элементами – дробями, присядками, хлопушками. Могут быть как одиночными, так и массовыми. Их всегда танцуют до упаду. Пляски часто называют по песне, под которую их исполняют. Легендарная «Камаринская», например. Есть и оригинальные названия – «Трепак», «Цыганочка», «Голубец», «Бешеная». А раньше умели отрываться. Мужчины традиционно выступают в рубахах, косоворотках, холстяных штанах и сапогах. Девушки одеты в длинные нарядные сарафаны, чаще всего красного цвета. На голове кокошники или платки, а в волосах – ленты. Принято говорить, что у русских людей широкая душа. И наши народные танцы наглядно демонстрируют это понятие.